внимание, наш микрофон на московском стадионе «Динамо». Москвичи тепло приветствуют югославских гостей и футболистов московского общества «Спартак». Первый удар по мячу делают спартаковцы. Они прибывают игру на половину поля югославской команды. Это справа от нас. Следует точно передача Татушину, и вот атакует югославский игрок, отбивает мяч. Однако Татушин продолжает отставать. Прорыв. Поэтому партизан приближается Парамонов. Удар! Югославские футболисты переходят в наступление. Мяч у Бобика. Он передает его Чайковскому. Опасный прорыв дает у спартаковцев. А Гонцов успевает отбить мяч. Пушкус выбивает мяч. Мяткин. Кто-то бьет мяч Пашину. В игре Садников. Спартаковцы стремительно атакуют. Мяч у Саева. Гол! Мы получили огромное удовольствие от своей работы, от своей игры. Вот от этих мелких, вообще, так сказать, передач хитрых, хороших мячей, красивых, получают тоже удовольствие. Санька подает мяч себе гол. Удар на ворота. Прорыв. Гол! Это Исаев забивает второй гол. Вот эта команда «Партизан».